Thank you.
Yeah.
Внимание! В составе команды «Металлург» произошла замена. Вместо Алексея Баландина, номер 20, играет Алексей Наумов, номер 11. Уважаемые любители футбола, следующий матч команда «Металлург» проведет на стадионе «Металлург» 27 октября и будет принимать команду футбольный клуб «Саров». Это будет заключительный матч в сезоне 2018 года. Начало 14:00. Нижний Новгород! Нижний!
Внимание, уважаемые любители футбола. Сегодня в городе Навашино прошел заключительный матч первенства области среди команд второй лиги, представляющие южные районы области. Встречались команды футбольный клуб Навашино, футбольный клуб Вознесенское. Со счетом 1-0 победу одержали вознесенцы. Заключительные таблицы розыгрыша. Первое место Вознесенск, второе футбольный клуб Навашино и третье место заняла команда ПМК Выкса. Гор, конечно, самый лучший на свете клуб! Никто из врагов нас не сможет вывести! Нижний Новгород всегда первым должен быть! Гор, Нижний, самый лучший на свете клуб! Никто из врагов нас не сможет победить! Нижний Новгород всегда первым должен быть! Второй мяч в ворота команды «Металлург» забил Валентин Пальцев, номер 7, команда «Футбольный клуб Нижний Новгород». Счет стал 2-2. Андрей, Андрей!
Браво, Коля, браво! Давай, давай, давай!
внимание, в составе команды «Металлург» произошла замена. Вместо Алексея Яшина, номер 4, в игру вступил Михаил Калантаев, номер 8. Thank you.
Черно-белых нет уже давно! Кидай прессу! Прошлый год черно-белые! Черно-белых нет! Нижегородская область-то одна! Можно?